В сточных водах стран Европы обнаружили повышенное содержание медикаментов. Среди них антидепрессанты, противовоспалительные средства и препараты от давления. По словам ученых, несмотря на то, что речь идет о нанограммах на литр, остатки некоторых препаратов представляют серьезную угрозу для водной среды и ее обитателей. В настоящее время инженеры работают над пилотным проектом, чтобы попытаться удалить до 80% вредных веществ. Они тестируют технологии на основе сорбентов и аминообмена.